Здорово, всем здорово. Ну чё, Magnum Quest, чё у нас там по письмам, давай заценим. Девятидневная рейтинговая награда. Такая награда, что просто не знаю, как в двух руках бы унести, это ладно. Самое хреновое, что здесь я никак не могу определить, кто есть, а кого нету. А вот 4 дня назад можно удалить. 4 дня назад удалить друга, ай-яй-яй-яй. 3 дня назад тоже удаляем, нафиг нужны такие друзья. Если даже не зайти, блин, на некоторое время в игру, то вопросов тут нету. Сейчас будем новых набирать. Так, это пока я трогать не буду. Чё у меня там в подземелье? Так, призывы. Чё по призывам? Чё как? Так, ну один раз призовём, фиг-то с ним. Наберём этих, призовём десятку. Я так не люблю по одному призывать. Так, давай-ка по чату пройдемся утром ранним. Так, чат тут у тебя вот. Да, с той игрой, конечно, у меня уши посечок. Дятел, который не смотрит свои заявки в друзья. Здесь в этой игре по-любому у тебя друзья полыномёт. Я сразу скажу. Вот особенно обращайте внимание, когда в гильдию вступаете. Если вы человека, как правило, в друзьях каким-то боком, почему-то вдруг нет места, но он еще и гильдию рекламирует, сразу задавайтесь вопросом. Друг, у тебя гильдии нету, как говорится, у тебя есть гильдия, но в друзьях нету места. Значит, он ни гильдию не чистит. Это мертвая гильдия. Вот это так по опыту скажу. Я уже поднабрался. Надо потом сделать несколько гайдов, может кому-то поможет. Ну, таких не гайдов, таких подсказок. Кто не знает, потому что, ну, я уже столько народ на эти мертвые гильдии понатыкался, что аж просто трындец какой-то. Ну, я себе гильдию никого не приглашаю. Хотя сами пусть заходят. Так, автонаграды. 2 часа, пока в магазин ездил. Забрать. Так, погодь-ка, у меня тут события есть. И чё ты хочешь? Ух ты, 10-ка, да? Можно еще себе один. Так, по героям. Погоди, а мы здесь что, запоролись на бой или нет? Я вот не помню. Давай пойдем посражаемся. Вот, слушай, в упор не помню. Не подскажете мне, люди добрые. И по ходу дела, да. Так, сколько мы здесь можем прокачать? Ну, блин, до максимума прокачать вас. Это жестко. Ну тогда качаем вас. Значит, здесь хотя бы нет такого ограничения 100 уровней. Фу, чем-то легче. Так, и не надо ведьмочку нашу прокачать. Веселенькую. Ну не ведьмочку. Подругу детства, можно сказать так. Хорошо, уровень мы подняли, а толк от этого уровня, если даже мне брони нормальной, бляха, нету.
Так. Зайти, может, гильдии попозже с боссом посражаться, как думаешь? Сколько там вообще попыток сражения с боссом? Одна, что ли? Дай посмотрю. Бросить вызов, к примеру, один можно, да, скорее всего. Да, всего лишь один раз. Сегодня урон у него хороший. Ничего, сейчас мы попробуем пошкипидарить немного миссии. Так, 69 против 99. А, ну да, я тут не справлюсь. Это слишком круто. У меня было 63, в принципе, я хоть и усилился, но не настолько, чтобы... Ой. Скорее всего, настолько, чтобы... Ах. Угу. Хочешь мне как-то быстро это делать, а? Забавно. Надо некоторых бы сюда тоже нам в храм подшпидорить. Что-то смотрю, как-то любопытно все становится. Хотя сейчас попробуем справиться все-таки с миссией ради прикола. И неужели нет какого-то авто? Не, нету. Увы, нету. И все герои кончились. Так, ладно. Мне надо тут завершить некоторые миссии быстренько, да? Нет наград, которые можно получить. Есть то, что можно быстро завершить. Нет. Так, а тут... А, вот, Лига Охотников, уровень 3. Все нормально. В общем, надо посмотреть сейчас по магазину. Тут... вот эти задания дополнительные, чтобы этот магазинчик получше приподнять. И опаньки. Блин, это вкусненько. Ну, это тоже вкусненько. Ядрить налево, что делать? Надо укусить все-таки кусочек. Давай-ка мы шлемочек купим. Так, слюнки текут, это взять все. Ну, а вот насчет этого я лучше возьму. Да, возьму. Аж как ни крути, эта хренотень пригодится. В смысле миссии, чего я там сделал? Я почти все миссии сделал, какая прелесть. Так, боссу гильдии, да это понятно все. Так, что вот это за монеты ты мне даешь? Карту опыта можно получить. Больше богаче награды. Карта белый бляха башни. А, все. У меня мозг начинает бывает вытекать от некоторых тут вещей. Купить товар в магазине гильдии один раз. В магазине гильдии мне нужно побольше деньжат. Гораздо больше, чем я хотел. Дорогой магазин, что ты, блин? Садюги. Что ж такие цены-то у вас? Так, мы можем шлем одеть на нашего големчика? А можем на этого одеть. На него скорее одеем, голем-то немного у нас покрепче будет. На голем оденем этого шлема. Ага, а он улучшенный. Выбор. Что я не хочу сейчас делать? Вообще-то усилить бы не помешало. Эти предметы он уже считает относительно редкими, да? Любопытно.
Ну мы вот ему меч подусиляли всякую, остальную такую хренотень, так что подойдет. Потом еще мы по этой башне прокатимся. Так, ну для начала пушки будем пробовать заварганить кое-что другое. Во-первых, все миссии пройти. Так, то этот дебильный турнир, господи, как мне от него тошнит. Это единственное дерьмо, которое мне не нравится в этой игре. Так, тут в одной игре я встретил то, что если мочишь противника ниже ранга, который у тебя стоит в защите, то там выходит, что ничего не получаешь. Это потом покажу, я обратил внимание. Арены вообще-то не люблю увлекаться. Но там неплохие призы дают. И тут тоже. 1978. Чего? Это меня как опустить-то успели так. Сволочи. Так, 54. Против 70. Этот сотого уровня. Ладненько, у меня 201-го. Сейчас посмотрим, что они еще умеют, кстати. Это вопрос довольно любопытный уже. Так, у него 4 бойца ближнего... 3, погоди. Да, 3 бойца ближнего боя. Это я когда-то так делал. Не, ну голем выдерживает атаку этого чудила. А вот это вот у нас тут 100-го уровня был. Он бьет, насколько я понял, каким-то скользящим ударом. Цель указать, а? Да, неплохой ударчик. Так, 45. Давай еще раз идем. 3 раза вроде надо сразиться. Как тут, конечно, места занимать какие-то, я когда хреново представляю. Но, в принципе, мы уже выше сотни подняли некоторых героев, так что шанс у нас намного больше, чем был. Я бы уже не от каждого плюху буду получать. А на новых серверах я даже смотреть, народ, не буду. Ах, я, может, сегодня вечером посмотрю или днем. Ну, я вчера перед сном залазил, там, ну, идиотизм уже творится. Столь быстрое развитие, в принципе, нормально, все это нереально. Что там столько донатеров на каждом сервере по 10 человек, под 50 какой-то, а по 50 человек я что-то, бляха, как-то, знаешь, не поверю. Да, интересно, почему, еще спросите. Так вот, 45 еще есть. Мне нужно больше 100 тысяч себе выбить. По боевому рейтингу. Не знаю, получится ли это сегодня. Поесть надо сходить. Ты рассказал знакомым, на какой диете я сидел. Кому не рассказывал в основном. Вас, насколько я помню. Диета была с утра, желательно такой, ну, не сильно горячий чай, тепленький, с сахаром, ну, такой, чтобы желудок заработал. И все, в принципе. А потом у меня, ух, японская блохота, тут, конечно, круто. Так, 59, но тут можем мы в ничью сыграть, смотря какой состав, давай посмотрю. Да, состав такой, что мы в ничью сыграем раньше. Да, попробуем. Короче, в день я питался либо 3 сосисками, сделанными в микроволновке, сваренными, чтобы с них все гадости пришло,
либо одной-двумя стардексами в зависимости от их размера. Если маленькие, то две, если большая, то одна. Так один раз в день питался. Ну, раз в неделю можно одну бедную съесть. Вот такая вот диета была. Знакомый, как услышал, такое, и как? Он говорит, ну, иногда сил ни на что не хватает, а больше никак не похудеть на руку. К сожалению, это беда. Так, давай хоть одного там убьем. И вообще, где мы, блин, голем? Голема убили. Какая прелесть. Вопрос как? Ну, это за тот бои хуже ушатал. Правда, не могу понять, кто голема смог убить так быстро. Ты такой бодрый, блин. Но довольно жестко убили и быстро. Да, одолели, но нам ДПС охватило. Если на равных сражаться, мы вообще друг друга не можем победить. Так, здесь у нас кто? Хиллер, падла, не хочу. Не хочу, это бой опять будет, блин. Либо ничья, либо хрен пойми кто, что и зачем. Так, орден павлинов забрать. Ну, это я так утрирую. Так, что у нас там, кстати, по испытаниям? Обновились они хоть? Ой, с древним стражем. Нет, обновилось, порядок. Потом сможем здесь что-то прикупить. В принципе, шмотки здесь неплохие. Так, погодь-ка. У меня все привязано. Чего мне напоминает это? Что-то я вдуплить не могу. Зачем мне это напоминать, а? Торговцы. Чего вы там новенького? Поспидрохали. Нового. Так, ну чё могу сказать вам, господа, надо поднимать свою жопку, много в отставку. И я вообще-то не могу, вот что мне не нравится. Дай-ка посмотри, сумка-то хоть есть. Мне надо посмотреть, сколько у меня этих голубых сфер. А, есть. Голубых сфер у нас 3000, да? Так, у нас здесь что? Мешок берил 6 часов. А дает эквивалент без бонуса. Одно, блин, золото сплошное. А можно мне не золото, а свитки эти дебильные? Будьте так любезны. Ну, за на предмете, конечно, спасибо. Но за это нет. Так, ладно. Давай приоденем кому-нибудь меч, дадим тут. Куда всунем кому-нибудь это? Голему давай поставим. У него нету золотого меча. А уже получше, хоть атака стала. Пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. Ви-ви-ви-ви-ви-ни-пух. Так, ладно, пошли попробуем миссию пройти. Хотя по дну. 70 против 99. Вот мне интересно, нас тут разделали в сухомятку. В принципе, ничего удивительного нет.
Можем ли мы отомстить? Или можем что-то еще сделать? Ну, тут уровень выше стольника. Ничего, новые как-то суперспособности не, нифига. Не, какие-то есть, судя по всему, обрати внимание. Они довольно-таки неплохо стали крошить все. У Галима только шлем появился, но это вряд ли бы ему помогло, настолько сильно это все делать. Так, ну слушай, неплохо. Реально, по ходу дела, именно помогает. Так, лучника бы увеличить выше 100. Это было бы интересно посмотреть. Но магия определенно идет быстрее. Любопытно становится. Что будет, если лучнику стольник прокачать? Ну, слушай, бои-то уже хорошие, кстати. А это еще и босс был. Забавно. Это бонус. А вот только вопрос остается насчет героев бездны и божественных героев. Тысяч. Ну, попробуем до упора пройти опять же. Тут 25 уровень против нас, да, жестоко. Отлично. Так, ставь на него барьер, подруга. Понадобится, что ли? Пока легко справляемся. 3900, блин, все равно мало. Мне не нравится, что они одновременно бывают супер удар делают. Это вот отстойно. Да, лучника надо как-то будет допрокачать выше 100. Или ее. И ботинки бы одеть, чтобы она босиком здесь не шастала. Да, чисто женскую сборную здесь не получится сделать. Жалко, нет такого, кстати, бафа. О, кстати, может в этой игре дам такую идейку, типа, ух, йоу, 110 тысяч. Типа женская сборная, точно такие же бафы, чтобы по 20%. Сборная амазонок и сборная, там, не знаю, боевых мужей. О, сборная амазонок разных раз по 20%. А сборная мужей там... О, я придумал, я напишу, короче. Сделаю. А чё, был бы неплохой баф такой, тебе скажу. Любопытный.
уже нормально. Не, ну, в принципе, мы 110 тысяч уже долбим. Блин, это круто. Очень круто. Да и бои мне нравятся. Довольно любопытные. Прям на грани. Ну хотя, конечно, да, пока довольно просто. Скорость 3x делать. Хотя тут бои и так где-то, блин, под 40 секунд. Давай посмотрим. Сколько здесь максимум дается времени? Ну да, 1.5 минуты 40 секунд. Недолго, но иногда не хватает этого времени. Это видно чертовски. Голема на жопу. Так. Сколько не надо, чтобы еще 10 призывов сделать? О, надо посмотреть. Сейчас закончим этот бой следующий. Посмотреть по друзьям, что у нас там. Может, можем новых подбавить. Довольно рано. Блин, ну по идее вроде не попал, да? А вот и Басевичий приперся. Так, щит ставится. Вот, блин, плохо дело. А, ее глушили. Я, ну, стопом я смотрю. Плохо дело, мы здесь не выстоим. Жалко. В принципе, мы так хорошо выстояли, извини меня. Тут так мягко сказать, хорошо. Ни хреново. Так, что у нас там? 1320. Маловато. Пошли босс попинаем. Басевич, привет. Басевич. Так, у него урон такой вот, да, лямчик.
Давай-ка мы нашего лучника усилим. Ну, намного не получится, насколько здесь выйдет. Но все равно лучше, чем ничего. Можем переодеть наших, да? Хорошая шмоточка. Так, вместо этой, думаю, может эту поставить? Где у нас эта злобная убийца? Да, наверное, сейчас так и сделаю. Карлоту поставлю. От той ведьмочки-то толку слишком много не будет. А к боссу там было все идеально. Ладно, поперли, попробуем давай. Напоследок. А, так у нас и осталось, смотри. Смотри, 70 тысяч. Не слишком сильно, конечно, уступаем, но вот с ней именно при бою будет вообще шикарно. Давай, повернись. Повернись ты задом. Вот, молодец, так стой. До пенсии. Телепортнулась назад. Молодец. Больше мы наносим ему ДПС, тем больше у нас награда, понятно. Но, правда, награды по доспехам здесь говно. Если честно, это ужасное. И вот этот вот только. На ДПСил хорошо, это и так понятно. 4 воина взял. Да, нам тоже надо будет воина какого-нибудь брать хорошего. Но кто у нас из воинов здесь хороший? Так, по большому счету-то. Ты нет. Этот может. Но этот тоже нет. Нас этого золотого героя зараза нету. Это что вообще за... А. С факелом на голове дядька. Так, 1320, да? Что ж, на этом серию, пожалуй, закончу. Продолжим в следующей серии. Всем удачи, всем пока.